И всем привет, всем доброго времени суток, дамы и господа. На связи канал Spectrum. В этом выпуске я предложу свой топ смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей. Погнали! Сегодняшний топ открывает Xiaomi Redmi Note 12 на 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Смартфон имеет стильный и эргономичный дизайн с пластиковым корпусом. Redmi Note 12 имеет 6,5 дюймов IPS LCD дисплей с разрешением Full HD+. Цвет и передача здесь отличные, и контрастность впечатляет. Что касается производительности, этот смартфон оборудован мощным процессором Snapdragon 685 и 6 ГБ оперативной памяти. Это позволяет плавно работать с приложениями и обеспечивает хороший опыт игр. Xiaomi Redmi Note 12 – это отличный выбор для тех, кто хочет получить много функций без переплаты. Далее на очереди у нас Realme 9. Корпус имеет динамическую трехмерную волнистую текстуру, которая создана с помощью инновационных технологий плазменное атомное напыление и ультрафиолетовая нанопечать. А благодаря легкому корпусу и тонкому профилю смартфон удобно держать в руке. Благодаря автоматической регулировке яркости дисплей Super AMOLED обеспечивает плавное и реалистичное изображение при просмотре любимых фильмов и игр. Realme 9 оснащен встроенным дисплей-сканером отпечатков пальцев для быстрой разблокировки. С помощью сверхширокоугольной камеры 120 градусов вы можете поместить в кадр больше объектов, что идеально подходит для съемки в ограниченном пространстве и обеспечивает большую гибкость при кадрировании. Аккумулятор большой емкости 5000 мАч обеспечит выполнение повседневных задач в течение нескольких дней, а благодаря быстрой зарядке вы всегда будете на связи. Samsung Galaxy M32 обладает внушительным Super AMOLED экраном разрешением 2400 на 1080 пикселей, который обеспечивает невероятную четкость и детализацию изображения. Это особенно актуально в наше время, когда почти каждый из нас постоянно подключен к интернету и стремится качественно фотографировать. Наши снимки будут безупречны благодаря 4-модульной камере с разрешением 64 мегапикселя. А для отличных селфи есть 20-мегапиксельная фронтальная камера. Неожиданно в топ взлетает Motorola Moto G54, выпущенная в сентябре 2023 года. Устройство оснащено 6,5-дюймовым экраном Full HD+, LCD IPS с разрешением 1080 на 2400 пикселей, который поддерживает обновление частоты кадров до 120 Гц. Корпус устройства изготовлен из влагоустойчивого пластика и имеет инновационные дизайнерские решения, которые максимально используют большую часть поверхности смартфона. Motorola работает на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7020 с поддержкой 8 ГБ оперативной памяти и встроенного хранилища в объеме 128 ГБ с возможностью расширения через слот microSD. Honor X8A сочетает в себе практичный, узнаваемый и приятный дизайн. Задняя панель смартфона матовая, благодаря чему отпечатки пальцев не будут оставаться видимыми. Honor X8A работает на базе Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Экран Full View, диагональ 6,7 дюймов, разрешение 2388 на 1080 пикселей, частота обновления до 90 Гц. А фирменная калибровка экрана дает максимальное точное воспроизведение цветов. Батареи на 4500 хватит на целый день практически при любых нагрузках, а быстрая зарядка может восстановить заряд смартфона в течение часа. Увы, настала пора прощаться. Буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на канал, общайтесь с другими пользователями и выражайте свое мнение в комментариях. До встречи в новых выпусках. Всем пока!